А в преддверии профессионального праздника работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства сегодня чествовали в администрации города. Мне искренне хочется поздравить вас с профессиональным праздником. Днем работника торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Все эти сферы деятельности, эти направления, они очень сложные, потому что, в принципе, они пересекаются и с работой представителей и муниципалитета, и представителей власти. Мы с вами коллеги, потому что мы с вами оказываем услуги нашему населению. Лучшие работники были отмечены почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли, губернатора округа и председателя городской думы, а ресторан «Сибирь», кафе «Червона Рута» и закусочная «Адрия» были отмечены дипломами первой степени по итогам городского конкурса, который назывался «Лучший тематический день». Награды победителям также вручила глава администрации города Жанна Белоцкая. Напомню, конкурс проводился накануне 8 марта с целью создания праздничной атмосферы, внедрение прогрессивных форм и методов обслуживания населения города, а также повышение профессионального мастерства работников предприятия питания.